Всем хаюшки, правда. Всем хаюшки, правда. Так. Я подруга. Как я нет? Ладно, пойду на работу. Я устроилась на работу, прикинь. Вот в таком городе я живу, вон там мой дом, там дом моей подруги. Так. Работаю я с ней на угле, а мне. Пойдем. Там я добываю уголь. Мы. Что для сегодня достаточно 3 угольков, так у меня как раз 3 уголька. Привет, подруга. Привет. Как твои дела? Я заболела. Ладно. Иди выздоравливай. Спасибо. Где мэр? Ой, президент. Президент нашего города потерялся. Президент. Я его сразу... Президент. Вот я добыла 3 рубля. А куда ему ехать? Очень хорошо. Отнеси ко мне в сундук. Я тебе сегодня вечером выплачу 3 рубля. Спасибо, спасибо. Все, я пошла. Так, вот это дом мэра. Он табличкой обозначен. Вот, 3 изумруда. Так, пошли ко мне в дом. Ой, тут еще уголь. Для бомб. Тут еще уголь. Пойди, я не беспокоюсь, я этот город в творческом построила. Я боюсь. Я надеюсь, на том жители не перекукают. Ой, у нее совсем не друг. Она его типа взрослая подруга. Я ей буду помогать, поплачивать. Сегодня будет мой первый 3 изумруда. Класс. Так, тут у меня маленький огородик. Что я люблю эту морковь. Тоже можно. Дальше у нас тут пшеничка. Дальше у нас дальше идет картошка. Это к нам домик, такой красивый домик. Так, возьмем шлем, возьмем кожаный нагрудник, положим сюда вот это. Ай! Не хватает. Ну, я от морковки не откажусь. Хы. А про верстак-то я забыла. Так,
пойдем. Морковка. Ой. Наш местный, извини, не местный, основной, блядь, игра, привет, Вадик. Так, вечер, когда вечер не скоро. Пойду пока вам покажу деревню, точнее город этот весь. Главное не упасть. Тут у нас коровки не бегают. Это, короче, дом сына мэра. Привет. Ты чё? А, давай ешь, блин. Это обычный дом жителя этого самого химика нашего. Химик, я не помню, какой. Ой, это на этом пекаре. Точнее, пекарня. Моя пекарня, она давно устроилась тут. Тоже, а нет, это библиотека. Тут люди приходят и читают. Тут тоже мой скелет. Ой. Боже, голову. Давай положим семена и морковки. У меня морковки много. Или у меня ее нет. Уйди нафиг. Так. Там у меня мои коровки, если только живет. Да, у меня морковки много. Так, пойдем. Скелета вот этого излюбить. Он всех наших жителей перестреляет. Перестрелка. Где он? Где этот тупой скелет? Где скелет? Скелет? Ладно. Пипец, сколько тут угля. И шахта. Он, наверное, из шахты вылез. Быстренько в библиотеку. Кстати, тут все такие дружелюбные, поэтому я могу улыбаться. Что? Поэтому я могу ничего не обнули, и они в моем могут. Ладно, не буду тебя беспокоить. Тут такая красивая арка. Я могу тут пройти просто. Ой, вот и Вадик. Привет. Ой, не, я болею. Все, нет. Значит, такой гордый друг. Подруга приехала недавно. Моя, вот эта селяночка, как я ее называю. С белым шарфиком. Ой, фартук. Ой-о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 й. Скоро ночь. Надо к мэру. Мэр, ты мне обещал 3 золота. Давай. Ох, пойди выйду. Давай, возьми 3 золота, только ровно 3. Хорошо. Спасибо, до свидания. Ой-ой-ой-ой, быстрее.
Давайте быстренько сбежим в какой-нибудь дом, там перейдем. Вот-вот-вот, например. Иначе. Привет, подруга. Ой, тут кровати нет. Так. Не взрывай мой город. Не взрывай. Не смей. Фух. 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 Сколько тут книг? Житель. Зомби. Все. Я у тебя броня, мне страшно. Всего доброго. Пекарь же есть, да. Чё туплю? Тут у него вот это вот всё. Вот у него еды полно. У него даже уголь есть. И яйца, и сахар. Как мне к дому пробраться? Всё, капец. Куда гостик ходит? Ой. Не, короче, я всё равно я ухожу к себе домой. Не знаю, как я ухожу. До свидания. Так. О. Всё. Там еще один житель. А, это библиотека.
схаваем я. Яблочек схаваем. Нету. Две пшеницы. А, да. Это... Можно мне выйти? Так. Угу. Закрываем дверь, закрываем, берем семечку. Так. И одну яблочку. Будем крипера стрелять. Надо его взять. Ходит такой. Их два. Если он сейчас... Курец. Чуть-чуть. Так, да. У меня стрелы кончились. Столько стрел на бежу. Стой. А ну стой. Ха. Где тут? Так, не понял. Суперлучница. Там этот житель ходит. Тихо.
лук. Ну, точно нет. Моё поле зрения. Хорошо. Точнее, меня точно нет в его поле зрения. Паук, не пали меня. Кай. Идем. С высоты лучше смотрится. Где эта собака? Здрасте. Так, ладно, я пошла. Так, берем мой призмотик. Все равно призмотик. Мне очень страшно, мне очень страшно. Что ты там ходишь, подруга? Тут крипер бродит, который я не застрелила до конца. А ты тут ходишь, ты чё вообще? Капец. Там банк. Ну, короче, я пошла. Сюда, что... А, комната отдыха. Чем дом отдыха. Так, вот тут у нас кроватка есть. Тут у нас куча еды. А, ложимся спать. Так. Вот так было, короче. Живем. Вот и деревня. Ой, я прям лисичка. Класс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмякайте колокольчики. И всем пока-пока, ребята. Всем пока.